Да, Вайланд поменял ник, все нормально. Кнайф. Knife. Играется карта DDoS 2. Всех приветствую, с вами Фанатрок. Это Electronic Game Television, СК2. Главное, приветствую вас. Играется карта DDoS 2. Достаточно всем известная мапа. Все, я думаю, на паблике на ней играли. Кто играл хотя бы один раз в КСС, или в КС 1.6, или, допустим, в CSGO. Начинаются у нас ножи. Борьба за сторону. Со стороны красного ринга. Hunter Rai, Dingzor и My Heart, которые 16-12 выиграли команду Джеки, которую зрители так яростно хоронили, что, мол, они уже все, это ГГВП, и не стоит даже что-то требовать. Свап со стороны синей команды, ну сейчас будет, конечно же, красная, это Уруру, Милакунис, Твики, Вейха и Вайландер. За Вайландером будем в особенности следить, за его скиллом, за его продвижениями, как он будет уничтожать противоположную команду. Что случилось, братья мои? Ладно, Михайлов, ладно. Все, вот они ручки, я ничего не говорю. У нас пропал тип, да ладно. Да ну. А никто даже не заметил. Нет, 300 человек сидит на стриме, никто не заметит, что человек пропал. Ну, звоните в полицию. Надо срочно на поиски идти. А нет, все, вернулся, молчу. Да, это второй раунд группового этапа. Опять же, мы будем следить за командой Рая. Потому. Да, команда Вайландера готова. Готов ли Рай? Вот в чем вопрос. А также, я думаю, возьмем в середине где-то интервью между групповым этапом и плей-офф. Поинтересуемся, что же там происходит у них на лане. Как вообще нравится, не нравится самим игрокам лан. Некрос, зачем проиграем? Ну что у нас, первая пистолетка от команды Вайландера. Идут сразу на фаз на Зигу через арку. Тут сразу же встречает Хантер свою погибель. И уже 5-4, опенфраг от Милы Кунис. Отлично отыгрывает, а хорошая грена от Рая. Тут трое уже Зиг занимает. Рай отстреливает одного и уходит на лоу просто. На свою респу обратно. Тут, конечно, Твики зачем... Зажимают, да, с двух сторон, по полной программе, бедного Рая, да, ему не дали даже инфу, скорее всего, но тут Рай, конечно, с разворота дает то, что должен давать, и где же бомба, где бомба лежит, видимо, она лежит на Зиге, я не знаю, и последний хард отлетает, и опять же, проигрывают команда Рая, первый раунд, первую пистолетку, непонятно, с чем это связано, возможно, и в третьем туре групповых этапов мы увидим то же самое, что они проиграют пистолетку, не знаю. Может, просто им не везет. Не привыкли сначала к новым каким-то... Да, привет, Риган. К новым каким-то... Но все равно у каждого свой стиль игры. Каждый либо садится, либо на бегу жмет, еще что-то. Ну, то есть, у каждого свое, надо привыкнуть к таким игрокам и уже как-то против них... свою антистрату придумывать и как-то играть. Смотри, как Аскал просто показывает, действительно, команда Рая. Втроем остаются террористы. Есть Бизон у Рая, есть у Динка Дефендер. Не побоится он воспользоваться. Два Бизона вижу у Твики и Милы Кунис. Сейчас Мила Кунис должен делать минусы. Немного подлагивает иногда. GoTV, прошу прощения, конечно. Понял, ну ладно. И где, какой мат? Мила Кунис, это вообще-то актриса такая есть. Не помню, английская, кажется, да, из Англии. Ну что, 2-2 ситуация, нет диффузов у контров, нет хпшки также. Тут, конечно, сейчас Исмая прострелят через дверь, скорее всего, что и случилось. Вейха и Мила Кунис хороши. И да, второй раунд все-таки забирает команда Вайландера вместе с великолепным игроком Уруру. Руруру. Не, действительно, я не понимаю, о чем ты говоришь, ну ладно. Собственно, третий слив от команды спецназа. Будем мы сейчас наблюдать, будут ли они идти на какой-то один плент. Нет, решили все-таки разобраться. Я Хантер вообще АФК стоит, его, видимо, там, не знаю, мама позвонила, папа позвонил, сказал, принеси мне ключи быстро. И сейчас бы инфу дала по поводу Зиги, Хантер, но нет никакой инфы абсолютно. Твики, Рая, размен пошел сразу же, первые же секунды третьего раунда.
кидается дым, понятное дело. Скорее всего, будет пауза, если Хантер не вернется в условленное время. Тут Вайландер защищает Зигу от посторонних гостей. Ну, тут, конечно, Ицмай уже не жилец. Ему не жить против четверых террористов, которые с девайсами. А что он может сделать со своим пистолетом? Да ничего, собственно. Абсолютно. Да, ушло у нас 200 человек. Немного обидно. Ну, ладно, думаю, подтянутся. Все-таки на картинку неприятно кому-то можно смотреть. И да, все-таки пришел последний Хантер у нас. Закупился, броню вижу уже. Ой-ой-ой, хорошая ВП Ицмая показывает. Сразу же минус. Грена с флешкой, кстати, кто не заметил. Друг с другом. И первый... Что я, в принципе, говорил. Вайландер уничтожает. Просто вышел на ДЛ и сделал минус 2. Все правильно. К успеху идет парень. И 2 в 3 ситуация. Команда Рая должна сейчас пытаться как-то забрать. Иначе это будет уже 5-0. И очень трудно. Нет, Дингзор... Один против троих, минус Уруру и 8 хп у Милы Куни. Сейчас надо бежать срочно бежать. Есть Дипус, есть Грена. Не попал Милу Куни, увы. Сейчас, да, просто с двух сторон. Не, смотрите, минус. Минус и один в один. 40 хп против 100. Эмка против Дефендера. Дым зачем-то был дан. Сейчас бы дым и две флешки от Дингзора. И дефит срочно. Нет, все-таки пытается убить своими 100 хп. И это у него получается. Один в три парень затащил. Я не Джокер, нет. Обрезано, я не буду смотреть, что там написано. Накси. Написано Накси. Ну что, сделали закуп опять террористы. Понятное дело, 3 раунда подряд взяли. И, в принципе, неплохая у них экономика. Один под Б пошел, и масса на Зигу. Тут Ицмай вообще открылся. Сейчас его, скорее всего, сбреет. Уруру, да, это и случилось. Хантер минус Твики, господи. Динамичная игра, не успеваю даже за всем уследить. И как Вайландер попадает, мне до сих пор неизвестно. Ну, действительно, как он стрелял в ногу, но убил. 4-2, опять же, команда Рая расслабилась вначале, но будет, надеюсь, тащить за террористов. Все-таки это более-менее мапа террористов, хотя очень тоже большое достаточно расстояние. Среднее, я бы сказал, расстояние по сравнению с Трейном и Миражом. Здесь АВП не сильно решает, но 1-2 АВП, я думаю, можно взять. И Дингзор опять остается один, делает он первый минус. И опять ситуация 1-3. Ой-ой-ой, Дингзор, где, что делает этот человек вообще? Придите на лан, найдите того человека, который сможет остановить его, посадите вместо какого-нибудь, не знаю, Вейха, пускай убьет уже этого человека. Но тут Уруру, конечно, ставит точку на путешествии Дингзора а-ля Зига, а-ля головошоты, и зарешать второй раунд у него, конечно, не получилось. Но попытка не пытка, как говорится. Тем не менее, 4-1 и слив у контров. Сейчас будет, скорее всего, 5-1. Твики на пас без флешек, без всего. Жмет. Твики был лучше, конечно, в КСС. Сейчас он потерял, видимо, сноровку. Все-таки жмет постоянно. Но делает все равно минус 3. Понятное дело, что слив, брони нет, кроме как у Хантера. Видимо, момент, когда Дингзор пытался убить и затащил 1-3. Ой, Хантер 1 в 3 теперь ситуация. Он не Дингзор, конечно, но тоже постарается и делает уже минус 2. 1-4 была ситуация, уже 1 в 2. Нет диффуза, есть броня, есть калаш, есть Грена. Но это ему не поможет. Уруру чекает мид, Вейха чекает темку. И сейчас бы отрезать Вейха. У Вейха, правда, АВП, промахивается он, господи. Уруру идет на помощь своему мейту. Надо помогать, надо срочно. Но тут блок и нет, Хантер не получилось. А мог еще бомбы достаточно долго. Как включить GoTV? Уже все облазил. В смысле включить GoTV? Заходишь в GoTV, надо знать айпишник. GoTV я один, и я думаю, так и надо оставлять. Потому что у меня стрим не должен лагать. GoTV также не лагает. Прострелили Ицмая на миде. Так ему и надо. Не будет мне больше убивать на вармапе. Ну что, вот первое PvP или засал? Ицмай не засал, и Твики отлетает сразу же, делает...
Почти минус 2, если бы попал, конечно. Ну, тут Грена, профессиональная Грена от Вейха, конечно, прилетает. И Зига опять, Раш Зиги очень любит именно это место. У нас Раш и террористы. Ну, Хантер Дигл, конечно, мог бы зарешать. И тут, смотрите, опять же, Дингзор остается. Скорее всего, один. Нет, Харт успевает уйти и... Сделает ли он минус? Поможет ли Дингзору на этот раз? Нет, не поможет. И опять Дингзор 1 в 3. Ну, где-то я это уже видел. У меня просто... Так хотел сейчас просто заорать, что Дингзор опять сделал 1 в 3, оставшись в одиночку, но не получилось опять, не получилось. Его на этот раз остановил Вайландер. Кстати, МВПшный самый игрок Вейха, да ладно, я думаю Вайландер. 13-0-1. Парень идет, один раз умер, и когда он умер, тогда и проиграли раунд. Подсадка на Зигу, опять слив у команды контров. Сейчас будет подраж. Твики тут, конечно, опять же будет жать с калаша. Свои там уже по полной программе. Ой-ой-ой, хороший вообще! Что делает? Что делает Вайландер? Вы видели сами этот безумный фазум. Великолепно, великолепно. Я просто влюбился в этот фазум. Я хочу так же. Я реально хочу так же. Я, конечно, понимаю, что СВП тоже неплох, но такие фазумы только у Фокса проходят. Хантер последний из Магикан остается, как всегда. Да, не может он сделать минус 3. Все-таки Дингзор, Хантер, разные абсолютно люди. Как CSGO по лану играть? Ой, обожаю чатик СК2 ТВ, обожаю. Быстренько сейчас прочекаю. Ты так не любишь CSGO? Я люблю. Зугзастик, там это... Парень опять хочет удаления комментария на Твиче. Пожалуйста. А, Никер, такое бывало, когда я альтабался. Кто такой Мэдисон? Кто такой Мэдисон? Первый минус от Эдмая на миде с АВП. Взял наконец-то АВП и должен реализовывать Валандера, как всегда, пожизненное АВП. Я думаю, как и Скорпион, московский лановец, кто знает, тот поймет. Ему все время команда дает АВП. Вайландера никто не контролирует полностью. Контроль мапы за ним прошел спокойно. Даже не знаю, где по Зиге, видимо. Разомнулся с Хантером. И, ну, Вайландер уже не остановить, походу. Не остановить. 10, 22 хп. Димзор, 66, господи. Мало хп. Мила Кунис сейчас должен делать свои минусы. Ой-ой, Рай вовремя. Вовремя приходит, чтобы сбить бомбу. 55 секунд есть у Милы Кунис, чтобы размеренно... Не знаю, постоять на респе 20 секунд, подумать, что же можно сделать в такой ситуации. Нет, он идет, сломя голову, ему на все наплевать. И Рай с 10 хп делает минус 2 и ставит точку в этом раунде. Берется второй раунд за командой Рая. Отлично! Наконец-то собрались, булки сжали. Руки на клавиатуру, на мышку и вперед тащить. Именно так это все и происходит, я думаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет слов просто. Вейха в щель. Убил, все. Это да. СМ, правда, корявую Грену дает, но сразу пробивает кабину Вайландеру. Тут на Зиге уже Мина Кунис. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда они лезут? Ну Зига же была убита. Но нет, инфы, видимо, никакой. Что за... Я не понимаю, что у них происходит там на лане. Почему иногда не проходит инфа, которая должна была проходить. И опять мы видим ситуацию 2 в 2, опять же Рай с Исмаем остались, и сейчас Рай должен тащить, как в прошлом раунде. Нет, его сбривает сразу Вейха, достаточно неплохое ВП опять же показывает. Тут на Зиге, конечно, у Исмая мало было шансов, у Руру очень трудно попасть. Ой, Юра, главное, чтобы ты сейчас голых баб не кидал на главную. Все остальное... Должно быть в порядке. Ну что, втроем занимается Зига. Сейчас Дингзор ушел. Нет, обратно на Б. Б никто не смотрит. Минус Исма. И уже все. Распилили пополам, можно сказать, карту. Никого на Б, в стороне Б нет. Все на А. И идут тоже террористы. Смотрим на А. Хорошую позицию занимает Райан. Но там его быстро прочекали. Один Хантер остается. И тут он уже, конечно, не жилец. Твики, кстати... Очень неплохо флешот дал, кто не заметил. И нет, ну режут за кабан! Нет слов. Просто нет слов.
что, Мила Кунис и Вайландер делают сразу два опен-фрага. Вайландер, правда, сбивает там рай. Не, ну просто, ну... Как? На лане зарезать, ну это, ну... Позорище. Просто как должно быть сейчас обидно этому игроку? Кому-то не нравится мой голос, ну и ладно. Собственно, ладно, ситуация 2-2, 9-2, счет. На Б заходят террористы, бомба у них на руках. У Вэха, скорее всего, ВП сейчас будет ставить бомбу. У Руру и Вэха опять остались вдвоем. Где-то я это уже видел. У меня дежавю просто. Ну, правда, на этот раз Хантер остался. И Рай просто идет рашить Вэха, который с ВП сейчас, скорее всего, нет, промахивается. И сейчас бы поджать Стемки. Но хорошо, очень хорошо размикрили террористы сейчас. Да, КС. Именно так. Ну, Юра, кидай на свой страх и риск. Я мне немножко как-то... Извини, конечно, но параллельно сейчас на то, что чем ты сейчас будешь заниматься. Прошу прощения, альтаднулся случайно совершенно. Ну что у нас? 10-2. Пока что команда Рая отлетает с больш... Ну, рано опять же. Рано коронить их. Все-таки за теров они перейдут. Пожалуйста, Бандерас. Всегда пожалуйста. Я так и думал. Я так и думал, что сейчас пойдут пейки, ножички. Вейха и Мила Кунис остаются вдвоем. И, скорее всего, это уже раунд за спецназом. С учетом того, что это у них был слив. Только Хантер и Хар сделали закуп зачем-то. Непонятно мне, опять же, зачем делать закуп, когда у всех остальных слив. Чтобы, видимо, когда у них будет слив, то те, которые сделали закуп... Тьфу. Когда будет закуп, тогда те, кто сделали закуп в прошлом раунде, опять у них был слив. И опять же, можно сказать, 3 в 5, 2 в 5 игра будет. Но это не серьезно абсолютно. Но сейчас, конечно, это сработало. И Мила Кунис остается один. Нет у него бомбы на руках. Как увидел Хантер в щель на таком расстоянии. У него, видимо, очень хорошая графа. Ну что, два раунда остается до конца первой половины. Я вижу у Вайландера АВП, не побоится он им воспользоваться. Возможно, как Вэха сейчас просто прострелит щель, убьет парочку контров, которые пытаются защитить какие-то ящики, непонятно с чем. Ну, кто когда-нибудь задумался, что за ящики? Почему они защищают эти ящики? Вот что, вот смотрите, вот что в них? Это продукты, продовольствие в Африку везут. Террористам так важно, чтобы в Африке не ели люди, или я не понимаю, что там может быть такого ценного. Правильно, Вайландер заденайл своего, пусть не достанется своему врагу. Весь, чтоб чужие боялись. Именно по такому принципу играет Вайландер в CSGO. Ставится бомба на Б, Хантер один-одинешенько, и тут уже без исходности. И 11 раунд берет команда Вайландера. Очень неплохо себя показывают сейчас за сторону террористов. Не знаю, что будет за КТ. Если они возьмут первый раунд, то это будет ГГВП, потому что 3 слива, то есть 3 раунда отдадут, и это будет уже 15 раунд, там уже чисто на последний раунд. Видим, как контры идут 4 на А, 1 зор на миде, Б вообще никому не надо, сколько раз бомбы ставили именно на Б, но всем наплевать, все равно, нет, все-таки 1 зор приходит, но тут с двух сторон просто уже вышли, да, и порешали их по полной программе, также еще на миде Твики помог, никто не контролировал. Карту нормально. Нет контроля у контров. Контроля контров. Тавтология нет. Не слышал никогда вообще. Ну что делать, Вайландер? Я не знаю. Ну остановите этого человека. Ну приедьте. Ну, не знаю. Постучите клавиатурой по голове ему. Ну это же... Вот его надо в сборную брать. Реально. Вот реально хороший игрок. Очень сильный. Сейчас, конечно, он не успел достать АВП. И опять 2 в 2 ситуация. Но где-то я это уже видел. Но почему-то опять террористы сейчас... Я чувствую, затач. Нет, смотрите, все-таки Вейха не может нормально задефить. Господи, господи. И Рай еще минус 2. И хорош. Четвертый раунд берется за командой Рая. Именно Рай затащил 3 раунда из 4. Можно сказать, в одиночку. Один из них забрал Дингзор и Хантер, It's My Heart. Я не знаю, что они там делали. Харт, причем 1 на 14. Не, ну это не МВПшно. Он, видите, у него 6 ассистов. То есть он саппорт, видимо, играет. Ему бы стоять на респе и постоянно... Банкам играть, выдавать оружие. Там правительственный кокс.
Не знаю. Ну что, первая пистолетка, 11-4 счет в пользу команды Вайландера. Посмотрим, что у нас будут предпринимать террористы. Бомбы нет у Дингзора, значит, все-таки будет делаться Плент А. И СМА идет по Зиге, все остальные по ДЛ выходят. Никого нет, все за Сплента уже. И тут первый опен фраг сразу от СМА. Что за мной такое? В чем моя проблема? И на Пленте 2 контра. Сейчас их зажимать будут со всех сторон. Просто Зиги с ДЛ, они не жильцы. Это будет, скорее всего, первый раунд за... Команда Ирая, как я и говорил, да, они первую пистолетку в прошлом КВ взяли, и Уруру тут в дым, господи, не видит Исмай, притык через дым и идет на Зигу. Уруру, да, Уруру, ну ты даешь, просто на четырех в открытую выходить, нет, чтобы отстрелить с лестницы, он выходит в открытую на людей и просто действительно сливается. Но были какие-то шансы, удача, возможно, Бог сказал, ты сейчас... Дашь 4 кабины и затащить для своей команды этот раунд, но не воспользовался, не воспользовался. Но смотрите, Дингзор как просто по модельке стреляет бедного Вайландера. Правда, оставляет ему целых 72 хп. Сразу опенфак от Харда. Твики зачем-то рашит по ДЛу. Дингзор, ну смотрите, смотрите, что происходит. Это просто Вайландер на скеле в дыму, ну, в принципе, правильно все делал, но ожидал Дингзор такого поворота событий. Что у нас будет? Шестой раунд за командой Рая. Видимо, Вейха один. Одинешенько остался. Камбэк, да, именно это я и говорил, что рано, рано еще хоронить команду Рая. И тут, смотрите, Хантер находит все-таки. Играли в прятки и доигрался Вейха. Ну что, крестики-нолики. Пока у нас, можно сказать, маленький перерывчик для меня. Ну, на этом покончим. Ничья или же я выиграл. Я думаю, все-таки ничья. Ну что, никого не прострелили, все живенькие, здоровенькие, пробежали дальше. Ну, когда-то должна была быть ничья, понимаете? Когда-нибудь да должна была быть. Ну что, последний слив от команды Контров, от команды Вайландера. Сейчас, ой-ой-ой, ну да остановите уже этого человека. Я не могу. Ну, действительно, ну как так можно играть? Мне он напоминает сразу Фокса и Доси, на самом деле. И смотрите, что делают контры. Просто Вайландер, Твики, Уруру, у них у всех есть девайс, у Рая 2 хп. И только Хантер сейчас может судьбу этого раунда решить. Решить со своим АВП, отстрелить пару голов. Потому что еще 75 секунд есть, чтобы что-то предпринять. Раю главное не сливаться сейчас. Но он... Нет, все, умирает сразу же. Даже через стену его просто прострелили. И тут уже Хантер безысходность умирает. И 12 раунд берет команда Вайландера на сливе. Ну как так-то, на сливе? Грей Ниндзя. Ну, не совсем. Просто вчера тоже стрим достаточно долгий был, 7 часов. Поэтому сегодня уже горлышко немного подустало. Завтра я не знаю, как буду разговаривать. Ну да ладно, что у нас? Закуп сделали террористы, закуп сделали контры. Сейчас будет первый ПВП на Зиге, скорее всего. Как только дым спадет, все, это сразу же пойдут минусы. И, скорее всего, умрет Вейха. Смотрим, смотрим за этим действием, ну смотрим. Да, минус Исмай, минус Вейха. Сразу Хантер тоже помогает своим. Дингзор, господи, как его пропустили по ДЛ. Он на шифте просто прошел, забирает АВП. И Вайландер с Руру остаются вдвоем. Тут, конечно, есть большие шансы, потому что ХП совсем нет. У всех террористов 29-17, но они чисто массой берут. Дингзор опять задинаил своего, господи. Что за динай постоянно на лане? Я никогда не видел, чтобы на лане столько убивали. Первый лан, там Кевинс в последнем раунде, Кевинза точнее, своего убил Кевинза. И тут уже смотреть, 2 в 1 ситуация, у Дингзора ВП. В принципе, на рекламе он стоит и не даст Уруру пройти дальше. Уруру понимает всю прелесть ситуации, всю иронию судьбы, что у него 55 хп, против двоих террористов, скорее всего, бомба стоит под ДЛ, и успеть убить обоих террористов, это импосибру, абсолютно импосибру. Но, тем не менее, 12-7. Седьмой раунд берется в большую свинюшку команды Рая, райской команды. Выиграли Эко. Да, именно так. Ну что, закуп у обеих команд. Сейчас будем наблюдать за этим действием. Втроем занимается Плент А. Вайландер на миде простреливает колено Хардецкому. И Вайландер сейчас, скорее всего, поймает еще Харда. Да, зря. Хард летел и улетел. Хантер тоже улетел на небеса вместе с Хардецким. Будут они сейчас
вместе смотреть, как их мейты попытаются затащить этот раунд, потому что им действительно надо тащить. Это будет полезно, потому что они должны выходить из группы. Выходят из группы всего лишь две команды из четырех. Исмай и Динзор остаются вдвоем. Тут Динзор реализует АВП, все правильно делает. Исмай пока что отвлекает. Да, Динзор выходит по ДЛ. Ну как, что? Нет слов. Ну как, не заметил, я вообще не понимаю. Абсолютно, я много чего не понимаю в этой игре. Как оказывается. Ну что, Динзор, 1 в 3, где-то я это уже видел, дежавю. Здравствуй. На этот раз, правда, у него АВП, а не калаш. И вейха он не слышал, потому что он на шифте проходит. Да, и вовремя по таймингу выходит на Динзора и забирает его спину. Все правильно сделал, подождал, когда начал бежать Динзор, потому что АВП, с АВП фаззумить на ходу очень трудно. Тем более, если неожиданно контр сзади со спины нарезает тебе сэмки, то там уже безысходность и пора умирать. На самом деле. Ой-ой-ой, сейчас Грена прилетит. Прям Динзор. 19 кп остается, но... Нет, я уже думал, все твики отлетит, но все-таки да, Исмай заканчивает работу у Динзора. Тут уже Хардецкий вышел на Б, занимает полностью. А бомба-то на А, и Вайлендер сейчас будет отвлечен, можно сказать, действовать. Ой-ой-ой, нет, АВП, конечно, АВП Вайлендера это чудо. Чудо. Ну что, минус ДЛ, и Вайлендер сейчас на миде будет, скорее всего, отстреливать. Дыма нету у террориста, понимает Рай, что АВП у Вайлендера, но все-таки Хантер лезет на апофиг. И сейчас, скорее всего, даже они не пройдут по ДЛу. И даже, думаю, не будут суваться без дыма. Это абсолютно самоубийство. Абсолютное. Вейха сейчас должен зажимать Зигу. Правильно, что Вайлендер-то чекает ДЛ. Навряд ли там пройдут. Исмай уже идет на респу. Бомба, правда, еще до сих пор где-то у Рая, похоже. Возможно, она была у Хантера и слита на ДЛе. Как раз сейчас Исмай будет отвлекать. Да, и Вайлендер переключается на мид сразу. Рай это замечает и... Ну давай, да, и Рай ставит точку в этом раунде, 8-13, не видели, видимо, бомбу. Восьмой раунд наконец-то берется, Рай, молодец, затащил. Да, параллельно идут, групповой этап, по 4 команды, 2 группы выходят в общей сложности 4 в плей-оффе. Не знаю, там какая система будет, надо будет поговорить с организатором по этому поводу, будет ли бо-3 или бо-5, но будет лузер сетки, это 100%. Будет финал, будет гранд-финал. Гранд-финал точно будет несколько карт, а плей-офф, возможно, и по одной. Ну, смотрите, Хантер-то спреет достаточно неплохо. Была аркада по Зиге от контров, потому что слив, и, в принципе, стандартное мышление подсказывает, что надо на Зигу все вместе подсаживаться и выход с массой давить одного кого-нибудь человека, который стоит на нуле. Вот, собственно, я думаю, где-то... Получается, 10 тысяч, наверное, первое место займет. Но не написал Рай, увы. Он написал, что первая команда, которая займет первое место, она получит бабосики. Второе место получит насмешку от первого места, а третье место получит насмешку от первого и второго места. Вот такой вот маленький троллинг от организатора. Но тоже имеет место быть, на самом деле. Тут... Безвыходная ситуация абсолютно. Против АВП Вайлендера абсолютно не попрешь. Да, уже еще. И не остановить этого человека. Только Рай и Смайс сейчас смогут попытаться это сделать. Рай достаточно неплохо перестреливал его в прошлом раунде, да. Но, правда, Вайлендер не ожидал совершенно, что сейчас на ДЛе у него выйдет какой-то Рай, начнет зажимать с калаша с такого расстояния. Нет, вообще не ожидал. И, понятное дело, растерялся, начал прыгать, бегать. Что это было? Вейха кинул пистолет, видимо, привлекая свою жертву. Знаете, как танцы всяких животных. Сначала надо на себя внимание обратить. Потом ритуальный танец. Также и Вейха сейчас поступил со своей жертвой и с Маем. Сначала кинул пистолет, а потом уже начал зажимать спину. Ну что, open фраг от Динзора, и это уже заява на победу в этом раунде. Возможно, они даже заберут его.
Надеюсь, на это, по крайней мере, хочу, чтобы был счет как минимум 16-14. Не, ну смотрите, Хантер там с Чениксом играет, походу, на лане. Прямо по модельке водится, которая на Зиге причем стоит, а он на ДЛ. Но Вэйха тут, конечно, не уклонен, и Хардецкий отлетает. Там, понятное дело, что сейчас Вайландер промахнулся. Второй раз попал все-таки, но это Смай чуть-чуть. Просто миллисекунда, и был бы размен 1-0. И тут, смотрите, Смай это как замечает на этот раз. Послушался меня, раскрыл глаза по полной программе. И 3-2 на этот раз ситуация. Хантер сейчас, скорее всего, отлетит. Нет, вдвоем зажали бедного Вэйха. И уруру, есть у него диффуз, есть флешка и Грена. Что у нас по экономике вообще у контров? Все неплохо достаточно. Думаю, в следующем раунде сделают закуп. Не знаю, посмотрят на Милу Кунис или нет. У террористов, по крайней мере, все плохо, потому что они проигрывают который раунд подряд. И для них все печально на этом КВМ. Так, ну, Уруру, я так понимаю, будет делать... Да, он будет стоять на Титанике у разбитой машины и ждать своей участи. Но я думаю, он выиграет в игру прятки. Так что можно быстренько посчитать чатики какие-нибудь... Так, ну зарезали, ну просто 1500 голды срубил парень. Стример, хватит курить, что курить? Наркомания продолжается на Твиче. Видимо, кому-то мои комментарии кажутся немного наркоманскими, возможно. Ну что, Вайландер пострелил, причем Хантер это сделал, а не Смай, от которого я ожидал хорошего ВП в этом раунде. Тут Вайландер, ну даже с 23 хп все равно делает минусы. Тут Дингзор с Раем выходит на ДЛ, и Хантер, конечно же, идет им помогать. У Рая бомба, то есть на ДЛ, и будет плент ставиться на А. И Смай защищает Зигу, чтобы никто не помешал Раю и его парням заплентить бомбу. Тут Исмай хорошо, очень хорошо защищает. Тут, конечно, Вайландер не желез. Абсолютно хорошо. Да хорош Петросянь уже. Покажи их звания. Какие звания? Это не матчмейкинг. Это не матчмейкинг. А что я Петросянил? Я не знаю. Я могу вообще помолчать на самом деле. Раз уж на то пошло. Но опять, смотрите, выход на ДЛ. Любят террористы очень сильно именно эту точку давить. Не понимаю, зачем МХ на лане? Да не может быть. Что такое МХ? Непонятненько. Ну что, да, господи, убейте уже кого-нибудь. Да, и Смай опенфраг, но уруру, у всех мало хп. И это просто, можно сказать, по одному патрону каждому на этой карте. Кроме Хантера и Вэйха, они как-то без вот этого ПВП основного батлграунда остались. И... сейчас 4-4 ситуация. Мила Кунис, правда. Вэйха, Вэйха. Что это? Успокойся, Вэйха. Ну что, 3-2. АВП у Исмая, АВП у Хантера. Рай должен сейчас идти вперед, чекать. А Хантер с Исмаем уже должны были бы отстреливать. Но у Исмая 10 хп, Рай 54. Есть один дым. Но я думаю, это не поможет абсолютно. Там уже Стемки Нижний сейчас придет к Исмаю в гости. Вайлендер, как я понимаю, да, Вайлендер идет медленно, наверное. Рай дает копину одну, и там уже, да, и как я и говорил, Вайлендер приходит по душу Исмая, и там уже Рай, конечно, ему сейчас будет очень трудно, тем более, что это не Дингзор. Ну, запомнился, да, мне запомнился человек. Ставится бомба все равно, смотрите. В наглую Рай для своей команды делает следующий бай удачным. И Вайлендер, как всегда, отличная доводка. Берется 15-й раунд, команда Вайлендера. Немного расслабились, надо уже собраться им, закончить этот матч в свою пользу. А то как-то уже 11 раундов несерьезно. Но все равно рано хоронить команду Рая, потому что сейчас у них будет полный бай, который они могут только сделать. То есть Майя АВП, Хантер АВП, и 2 АВП и 3 калаша, я так понимаю, будут играть. У Вайлендера тоже АВП и 4 эмки у остальных. Нет, ФАМАС у Уруру, Твик я видел, вроде как калаш, да, именно так это и было. У Милы Кунис тоже. Не слушай никого. Есть босс! Ну что, выход на Б, и, господи, ну флешка, ненавижу флешки. Минус 2 сразу дается на этом выходе, по одному сливаются террористы, и... Да, это ГГ, скорее всего, потому что...
Если, правда, Вайландера сейчас убьют. Да, минус от Хардецкого. Хорошая грена, просто в лицо прям. Ну, снайперский шот. Но то все равно. Вейха и Милакунис сейчас, скорее всего, затащат, потому что как-то начала... Начал Go TV базарить. Ну, тут Вейха один остается. Есть все шансы у него. Минус один от Вейха и минус второй. Сейчас, если будет, то это будет ГГ. И, да, Вейха тащит для своей команды этот раунд. И 16-11. Команда Рая проигрывает на этот раз. Да, Скэтмен, здравствуй.